Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play. И мы продолжаем играть игру Hills of Steel. И у нас вот такой вот есть большой вот мамонт. Сейчас мы будем щелкать всех подряд. Опа! Нафига себе! Какой удар! Какая мощь у мамонта! Так, едем. Так, вот этого сейчас щелкнем. Опа! Ух ты, мимо! Давай, едь сюда! Опа! Прямое попадание. Мамонт очень мощный. С одного удара мы уничтожаем всех врагов. Так, у меня еще есть циркулярная пила. Давайте посмотрим, как циркулярная пила справится. О! Отлично! Наконец мы еще щелкнули его. Иди сюда! Давай! Так, подожди. Сейчас мы немножко отъедем назад. Опа, готов. О, еще один едет. На, зарядом. Вот это танк мощный. Прокачанный. Ребятушки. Едем. А ну тихо. Опа, подожди, иди сюда. Так, сейчас подожди. Есть, готов. Стоял там, спрятался. Так, это тоже, смотри. Прятался, сейчас подъехал. На. Готов. А, нет еще. Есть. Все, мы его уничтожили. Едем дальше. Опа, получай. Так, теперь вот этого надо будет уничтожить. Сейчас мы... А ну-ка, аккуратненько, тихо. На, опа, мимо. На, готов. А босс у нас армада. Давай, едь сюда. Сейчас мы его попробуем щелкануть. Где? Опа, вот он подъехал уже. Раз. Не, подожди, я отъеду сюда, чтобы мне было удобнее. Вот так вот. Опа, удар один. И еще один ударчик мой. А, мы его сейчас циркулярной пилой. На, готов. Все, уничтожили босса, ребятушки. Теперь можно отправляться дальше. Давайте выберем танк, на котором я поеду. Поеду я на Тесле. Не знаю, получится или нет. Едем. Нет, он у меня не особо прокачанный танк еще. Молоденький совсем. О, видишь? Ну, одного мы убили. Одного убили танка. О, красный. Откуда здесь красный вообще? Танк. О, тихо. На, получай. Есть. Где там летающие? НЛОшки. Ждем. Ну где-то сейчас... Во, все. Летит уже. Опа, готов. Следующий. Вот, следующий, на, получи. Отлично, тут на Тесле хорошо, слушай, играть. Вот, двоих сразу. Сразу двоих мы уничтожили. Вот, летит. Вот, двоих, молодец. Так, теперь вас надо тоже. Так, мне заряда не хватает. Все, босс. Офигеть. Так, нужно срочно подлечиться. Вот. Не знаю, хватит у меня силы его уничтожить или нет. На, еще. Вот так, получай. Готов. Так, теперь можно своим подлечиться и боссовским возьмем. О, хорошо. Подлечились, едем дальше. О, заряд на двоих. Так, почему у меня стреляет? Вроде бы нормально, а потом плохо. Так, этого сейчас отжарили. Отлично. Так, поворачиваем. Опа. О, тихо, назад. Давай. Ну что, что будешь делать? Все, один готов и второй. Так, этому нужно поближе, наверное, подъехать. О, на, получай.
Есть. Вот плывут уже, летят. О! Двоих сразу. Ну, а здесь троих, смотри, я жарю. Молнии. Ну, не хватило у меня. Да, они меня уничтожили. Ну что ж. Так, поехали. Поехали на Фениксе. На Марсе. Попробуем. Здесь что-нибудь. Заработать. О, отлично, смотри. Хорош. Так, как же... Давайте, вот сюда, подлетай ко мне. Подлетай ко мне, чувак, и ты тоже. Все, уничтожили. Так, вас двоих, что-то у меня очень резкий Феникс. Так, все, один и второй готов. Кстати, Феникс у меня полностью прокачанный на максималку. Потом будет легче с ним ездить, стрелять, воевать. На! Один и второй. Вот и босс. Босс у нас лазерная пасть. Ну что ж, давайте сразимся с лазерной пастью. На! Так, все, подлечились. И еще один раз ударчик, он готов. Уничтожился. Уничтожился босс. Аккуратненько едем. Вот сейчас, вот они, поехали, поехали. Один готов. И сейчас второй. А, двое у вас, да? Да, Феникс здесь есть. Здесь их классно уничтожает. Так, здоровье у меня еще нормальное все. Так, на, получай. Так, и ты тоже. Держи. Держи, дружище. Огонь. Опля. Ай, кто там еще у меня есть? Вот, едет, 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 едет. Так, тихо. Есть. Оп, да, как он так? Я в него даже не стрелял, а он получает урон все равно. Интересно. Видимо, как-то сделано, что... Получает урон. Все-таки. На, так, двоих. Блин, классно здесь. На Фениксе. Да ё-моё, какие вы крепкие ребята здесь подъехали, а? Давайте подлечимся. Угу, подлечились. Видимо, будет и второй босс у нас. Второй босс у нас будет точно. Кто вам лазеры дал, а? Так, босс у нас обычный танк. Легион. Так, его будет нетрудно уничтожить. Сейчас мы поближе подъедем. А-а-а, он стрелять будет. Ой-о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 й. Как нехорошо, как нехорошо. Нехороший танк. На тебе огонька. Все, забираем ремкомплект. Почти что 100%. Да, немножко не хватает. О, ребята, что ж вас тут так много-то? Реально много. Очень много вас. Здесь вообще по 6 монет дают, представляешь? Можно очень хорошо подзаработать. Все, всех уничтожил. Ух ты, пуля прям в меня попала. Ё-моё, а я ждал, куда ж пуля полетит. Он прям в меня нацелился, значит. Угу. Так, этот. На тарахтелке у вас двое, что ли? Вот, смотри, бригада какая летит. На, иди сюда. Так, есть, одного щелкнул. А этот под какой-то защитой стоит, походу. А, нет. Все. Уничтожили. Так, монетки заберем.
Во, тихо. А! На! Вот этого сколько много здесь, ребята, нужно подлечиться. Все, подлечились. Так, а ты что не получаешь-то урон? Гад, а? Так, этот перевернулся, вообще, смотри, лежит. Надо поближе к тебе подъехать. Нет, мимо, видишь? Ой-ой-ой, на. Получи. Так, и вот этого надо будет. Угу, все, уничтожили. Ребятки, нате вам огонька. Так, и вот этого еще. Все, зажарили всех. О, поехали, НЛОшки. НЛОшки полетели. Так, ждем. Ух ты, два брата-акробата. Так, один готов. НЛОшка готова. И еще этот танк. Тоже мы его подрезали. Все, поехали дальше. Есть. Много вас тут. Бригада прям целая. Вон еще двое. Трое даже. Четверо. Я не удивлюсь, если пятый и шестой танк подъедет. Все. Уничтожили, теперь у нас босс. Угу. Повелитель. Ну давай, повелитель. Получи огоньку. Все. Сразу мы подлечились, кстати. Интересно. 50% уже здоровья. Подлечиваемся. Значит, скоро нам будет кирдык. Скорее всего. Сейчас вот этих нужно. Откуда вы вообще? Вы на Луне были, танки. Вот там и будьте. Вы что на Марс прилетели? А? Хотя бы немножко поменяли бы окраску танку вражескому, но и не стали ничего менять. Но тебе. О, отлично, следующий, смотри, летит уже. Вау, да вас тут много, я смотрю. Так, это обычный танк. Все, вроде бы со всеми я справился. Так, никого нету. Ладно, можно дальше двигаться дальше. О, пошли. Так, ладно. Сейчас будем вас уничтожать. Ох, нет! Уничтожили меня. Так, давайте починимся, ребята.